данном видеообзоре мы рассмотрим активную мультимедийную систему KingHAN модели ER2018. KingHAN представляет трехкомпонентную акустическую систему. Благодаря деревянному корпусу сабвуфера с мощным низкочастотным динамиком, акустическая система воспроизводит чистый сбалансированный звук высокого класса и наполняет помещение великолепным звучанием. Данная модель комплектуется функциональным проводным пультом управления, на котором расположены регулятор громкости, индикатор питания, разъем для наушников и линейные входы для подключения других аудиоустройств. Представив подключение с помощью мини-джек диаметром 3,5 мм, благодаря которому без труда можно подключить ваш ПК, MP3-проигрыватель или проигрыватель компакт-дисков и выбрать то, что будете слушать. В данной системе присутствует магнитное экранирование, благодаря которому можно установить колонки около монитора, не боясь появления искажений. Тип акустики 2.1. Общая выходная мощность составляет 30 Вт, из которых 2 по 6 Вт – это мощность сателлитов и 18 Вт – мощность сабвуфера. Диапазон воспроизводимых частот составляет от 35 Гц до 20 кГц, а отношение сигнал-шум – 62 дБ. Полное сопротивление сателлитов и сабвуфера составляет по 4 Ома. Размер сателлитов составляет 3,5 дюйма, а размер сабвуфера – 4 дюйма. Материал сателлит выполнен из пластика, а сабвуфера – из дерева. Также на задней части расположилась кнопка «Включить-выключить» питание сабвуфера и порты входа-выхода. Питание сабвуфера производится от сети 220 Вольт. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.